Всем привет! Вот был в Воронеже, приобрел аккумулятор на 4 погрузчика, два генератора на 2 погрузчика, это которые Helper 300. Вот шаровые, два комплекта, 6 штук, классика на Helper 300. Значит, на Helper 700 диски АК, будет резина здесь стоять 23, 8, 5 на 8. Это щетки я по случаю взял. Будем делать на погрузчик такой гидравлической метелку, заметать плитку. Так, это у нас кожух с вентилятором, с мотором и два радиатора. Радиаторы идентичные, одинаковые. Один на охлаждение тосол на 700 погрузчик. Один будет точно такой же, рядом стоять масляный. Вкручиваться будут два датчика. Если масло нагрелось или тосол, будет включаться охлаждение. Вот лежат 6 мостов на 3 погрузчика у нас. Будем разбирать, будем обрезать. Сальники будем менять, подшипники посмотрим, какие будем менять, какие нет. Сальники однозначно новые ставим на поставика и на полуося. Вот здесь у нас просили рассказать по раздатке. Это комплектующие для раздатки НШ насосов к двигателю. Вот это подушки такие я ставлю под двигатель, под лифановские. Это стойка передняя с классики, амортизатор верхней резинки. Сначала нижняя ставится, потом плита ложится под двигатель, потом верхняя. Вот, ну, по раздатке расскажу. Значит, это сальники на мосты, на 6 мостов, на 3 погрузчика. По раздатке, значит, вот эта шестерня у нас ставится на двигатель непосредственно. Это шестерни газелевские. Вот. Здесь на этой шестерне 23 зуба. Вот эта шестерня ставится на насос НШ 2. Две шестерни идут. Получается, как у меня стоит на погрузчике. Не помню как. По-моему, вот так. Вот на двигателе шестерня и две. Достану. Две шестерни ставятся вот так. Вот это получается раздатка. То есть соотношение, я уже говорил, это шестерня 23 зуба, вот это шестерня 39 зубов. То есть получается не один к двум, как ременная передача, понижает не на 50%, а где-то процентов на 38 ориентировочно. Ну, надо посчитать, я еще не высчитывал. Вот так вот получается все. Работает хорошо, на мостах стоят две шестеренки, не понижает, а соотношение идет один к одному, раздатка моста. Вот, а здесь вот такое соотношение. То есть получается, эти шестерни дорогие, если делать такие раздатки, комплект на двигателе, получается, это шестерни, эти три шестерни выходят по 1000 рублей, 3000. Буду пробовать, это на мой погрузчик, потому что у меня там все компактно стоит. Если без разницы, как будут стоять шестерни, насосы, там, как раздатка будет стоять. Будем пробовать покупать жигулевские. Они не намного дешевле, но получается на 1000 дешевле. То есть раздатка будет стоить на 1000 дешевле. Цена раздатки будет исходить, значит, шестерни цена. Потом привод НШ цена. Двух приводов, то есть это получается 1000-1000-3000, привода по 1200. Здесь я вынул шестерни с ступами, отдал токарю растачивать, привода по 1200, это уже получается 5400. Вот, ну и плюс сам каркас еще не заказывал, будем точить, посмотрим, какая цена вылезет. Вот, ну и плюс там, то есть работа плазморезов, заметал,
работы токарю, ну и плюс накрутка там 1000-2 будет за работу, чтобы за хлопоты. Вот примерно из этого будет цена исходить на раздатку, потому что просили снять передаточное число, рассказать и примерно сориентировать по цене на раздатку. Вот такая цена будет раздатка. Кому будет интересно, будут заказывать раздатку в сборе 6 с 6-серёночкой, которая с этими шестерами, как вы понимаете, вечная и надежная. То есть ни песок туда не забьется, ни грязь. Либо кто-то хочет там, ну, будет делать также ременчатую передачу, зубчатый ремень, как все обычно делают. Это уже на любителя. Вот, просили выложить видео снять по этому вопросу. Снял. Сейчас заказал колеса, оплатил на 2 погрузчика 8 колес. Шины заказал на погрузчик 700. Вот, шины заказал на погрузчик 2 тонны. Там будут серьезные шины. Вот, по ценам я потом все расскажу. Заказал кресло на 4 погрузчика. Заказал. Что еще я заказал? Что-то молчу заказал. На облицовку порошок заказал. А уже я не помню, что заказал. Много чего поназаказывал. Скоро все придет. Буду снимать, буду показывать. А так все. Всем пока.